Сильная метель сегодня практически заблокировала выезды из города. Уже днем на автовокзале сообщили об отмене нескольких рейсов в Кемерово, Томск, Семипалатинск. А ближе к вечеру появилась информация о закрытии для автобусов участков трасс Сибирь, Чуйский тракт, Иртыш и об ограничении движения на некоторых направлениях до 10 часов вечера, а до Павлодара и Ленинск-Кузнецкого на всю ночь. Пресс-службе главы региона сообщили, что в предстоящие выходные на автодорогах будут открыты 30 пунктов обогрева для попавших в трудную ситуацию. Специалисты их не исключают. Пурга не прекратится. Мороз будет крепчать. О том, как Новосибирск переживает ненастье. Сюжет Станислава Блинова. Нынешний декабрь и январь стали одними из самых теплых и снежных месяцев за последние 50 лет. Если теплая погода вряд ли кого-нибудь расстраивает, то постоянные снегопады создают целые сугробы проблем жителям города и дорожно-коммунальным службам. Ну, посмотрите, что тут. Говорить нечего. Два двора вообще все занесено. Стараются, конечно, люди. Все стараются, как могут. В Новосибирске произошло несколько серьезных ДТП. На улице Жуковского столкнулись ВАЗ 10-й модели и КАМАЗ. Есть информация о двух погибших. А за городом ситуация близка к критической. Отменены междугородние рейсы в Томск, Семипалатинск, Кемерово и в другие города. На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись 15 машин. Движение закрыто в обе стороны. В Кочневском районе на коротком участке дороги произошло сразу три ДТП, в которых пострадали 9 автомобилей. К месту дорожно-транспортных происшествий выехали пожарно-спасательная часть номер 62, а также силы Сибирского спасательного центра, которые осуществляли деблокировку двух пострадавших, один из которых, к сожалению, погиб, второй был доставлен в медицинское учреждение данного района. Синоптики призывают горожан быть осторожными после сильных метелей, возможно, резкое похолодание. Начиная с днем 18 числа и в ночь на 19, затоки холода могут достигать 18-23 градусов мороза. Эти затоки могут усилиться 19-20 числа, 20-21 числа. Затоки там холода могут достигать 21-28 градусов мороза. Дорожно-эксплуатационные учреждения перешли на усиленный режим работы. В ночное время снег с дорог будет убирать вся техника, какая есть в наличии. Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости УТС.